вечер, мои дорогие друзья! Здравствуйте, девочки и мальчики! Привет, целуем всех, кто любит смотреть программу «В гостях у Дуня». Ребята, сегодня мы с вами поговорим о не совсем обычной дружбе. А чем эта дружба необычная? Разве такая бывает? Да, бывает, мои дорогие помощники. Вы уже знаете, что дружить могут не только люди, но также животные и птицы. В одной из программ я вам рассказывала о дружбе и взаимопомощи у пингвинов. Но они относятся к одному виду животных, поэтому нет ничего удивительного в том, что пингвины друг друга хорошо понимают. Да у них ведь один язык, пингвины, и повадки одинаковые. Вы правы. Но как же найти общий язык зверушкам, которые отличаются даже и внешне, и местом своего обитания? Как вы думаете, возможно ли в этом случае понимание и помощь друг другу? Мне кажется, это труднее. Каких зверюшек ты имеешь в виду, Дуняша? Сегодня, друзья, я расскажу вам о лягушке, которая смогла спасти маленькую мышку, попавшую в беду. А это случилось на самом деле? Или история сказочная? История настоящая. Недавно о ней узнал весь мир из рассказа и фотографии человека, который был свидетелем случившегося. Вот этот снимок. Фотограф в парке снимал у пруда красивую природу. Вдруг что-то привлекло его внимание. Человек пригляделся и увидел, что какое-то маленькое существо сильно барахтается в воде. Он подошел ближе и разглядел. Это мышка. Как же она попала в воду? Видимо, бедняжка как-то соскользнула с прибрежного камня. Она всеми способами старалась как-нибудь спастись. Мышка изо всех сил двигала своими лапками. Молодчина, не сдавалась. Надеюсь, мышке кто-то помог? Да, вдруг из дряски появилась лягушка. Как из сказки «Наша царевна». Лягушка подплыла к мышке, а та сразу же бросилась к ней навстречу. И лягушка позволила мышке залезть к себе на спину. И мышка оседлала свою спасительницу, крепко держась лапками за нее, как подруга. Сообразила же. Но ведь лягушка скользкая, как же мышка на нее держалась? А мышка крепко обхватила лапками лягушку и прижалась к ее спинке. И вот так дружно они выплыли на ближайший берег. Но знаете, ребята, после этого зверушки еще какое-то время посмотрели друг на друга, а потом разбежались. Вот так животные в природе друг друга спасают. Да, молодец, лягушка. Настоящий герой-спасатель. Это, ребята, один из примеров того, что всегда нужно приходить на помощь. А в народе есть сказка о такой дружбе? Я думаю, обязательно должны быть. Ты прав, Арсений. Я сейчас прочитаю вам осетинскую народную сказку, которая называется «Мышь и лягушка». Слушайте. Подружилась лягушка с мышью. Вот и позвала мышь лягушку к себе в гости. Пришла лягушка к дому мышки, устала, отдувается, никак отдышаться не может. Ищет, где бы отдохнуть, в лужице или в болотце. Посидели они, поговорили, стала тут мышь показывать лягушке, как она живет-поживает. В дом гостю пригласила. Вот тут, говорит, у меня столовая, а здесь у меня кладовая, это спальня, а там живут мои детки. «Ну что, подружка-лягушка, нравится тебе, как я устроилась?» – спрашивает мышь. «Нравится-то мне нравится, только очень уж сухо. Пойдем лучше ко мне, вот уж где хорошо, сама посмотришь», – говорит ей лягушка. Ну, так что ж, пошли они. Шли-шли и пришли к лягушкиному болоту. Тут прыгнула лягушка в это болото, ныряет, фыркает от удовольствия. Высунула она голову из воды и говорит: «Ква-ква, как хорошо-то! Прыгай, голубушка, скорее ко мне!»
А мышь с перепугу жмется к бережку поближе. Воды-то она, ох уж как боится, больше кошки. Отошла она подальше, да говорит: «Хорошо-то хорошо, только сыро очень уж. Не по мне это, пойду-ка я домой, по деткам соскучилась. Прощай, милая подружка-лягушка». И побежала мышь поскорее домой. Мне понравилась сказка. А я понял, что каждому нравится свой дом. Ты все понял правильно. А я приглашаю вас посмотреть мультфильм. И стал пес жить как прежде, даже еще лучше. Со временем забылись прошлые неприятности, все забылось. Я это... Что? Опять? Не, ты это, есть хочешь? Смотрели мультфильм. Спасибо, Дуняша, за сказку и за мультфильм. Нам пора домой. Спокойной ночи всем. Сладких снов и ангела-хранителя. Спасибо.